Так, сюда тогда придем. Вот это и вот это. Блин, чуть-чуть. Ну ладно, давайте. А, это Джорду нужно надо заходить. Чтоб точно у нас была дискетка. Дискетку активируем, ребята. Все. Координаты получили. Можем теперь туда отправиться. Так, сходим сейчас тогда в локацию по дискетке. Потом в этот самый, на ферму надо сходить и все. Так, надеюсь, тут будет гранатомет или зараженный ящик. В принципе, давно зараженных ящиков не было. А если честно, вообще не было на этом аккаунте пока что. Какая у тебя сейчас цель? Тебе же надо идти в лабу или браво? В браво мы уже ходили пару раз, ребят. Так что нормально. А вот в лабу, да, в лабу надо ходить. Впервые зараженный ящик, ребята. Впервые зараженный ящик, офигеть. Вот это да. Ну тогда погнали. Погнали, контент. Контент подъехал, ребята. Надо его поставить в чоппер обязательно. Только надо не заагрить всех этих забачков, и тогда все будет у нас в порядке. Все. Погнали теперь домой. Все. Сейчас я подключу. И давайте смотреть. О, дали мини-узи. Все подключено же, да? Да, все подключено. Мини-узи дали, кольт питон дали. Две взрывчатки, C4. Ну, в принципе, все в порядке. Все по красоте тут. Так, вот это можно оставить. Я думаю, вот это забрать надо. Кстати, белая краска. Круто. Белая краска — это классно.